для всех, вообще всех, кто проживает на планете Земля, потому что, как бы там ни было, людям ценно и здоровье, и финансовое благополучие. То есть даже ВОЗ описывает здоровье как благополучие финансовое. Да, Виктор, я вижу, что мы уже в эфире. Как благополучие финансовое, благополучие физическое, моральное и финансовое. То есть надо обязательно вот это три единства сохранять. Так, эфир идет, отлично. Так, здравствуйте, я пока делюсь в Facebook. Да, сейчас я делаю демонстрацию экрана, и у нас есть замечательные слайды, которые помогала создавать Мария Луговских вместе с Николаем, за что ей низкий поклон. И вот мы уже можем начинать. Виктор? Сейчас, секунду. Окей. Мария, начинай. Тогда, пока Виктор делится нашим эфиром в разных группах, я просто хочу спросить у уважаемых участников нашей встречи. Что вначале было? Курица или яйцо? Кто-то подумает, при чем тут этот вопрос к этой презентации? Друзья, мы сегодня будем говорить о здоровье и о финансовом благополучии. И вот мне интересно ваше мнение. Можете в Фейсбуке написать комментарии, что вначале должно быть, вот для того, чтобы было счастье. Что вначале должно быть, здоровье или деньги? Что вначале должно быть? Если нет денег, у человека низкий уровень жизни. Виктор, если нет денег, как здоровье на этом сказывается? При этом? Ой, я помню, когда нас не стало вдруг, их особо и не было, а потом вдруг не стало, даже минус пошел, вы знаете, на здоровье, как оказалось, необходимо и на профилактику надо тратить огромные суммы, потому что если это все запущено, то деньги уходят просто как сквозь пальцы. На лекарства, да. То есть, смотрите, если у человека нет денег, человек идет на низкооплачиваемую работу, у него низкий уровень образования, скорее всего. Ну, сейчас интернет помогает получить знания, конечно, и совершенно недорого. Но если у человека нет денег, у него нет возможности отдохнуть, перезагрузиться, насладиться каким-то хобби, у него вся жизнь просто в очень серьезном таком, знаете, в рутине, как белка в колесе. Я бы добавил, когда нет денег, то, не говоря уже о путешествиях, о планах каких-то и так далее, даже здоровье или профилактика уходит на вторичный план. Как бы странным ни было, многие говорят, ну, деньги – это не важно. Поверьте, в нашем мире деньги занимают очень важный шаблон. Очень важный раздел. Раздел, да. И когда нету денег, то в первую очередь, что человек начинает делать, это искать работу. И готов, к сожалению, продаваться как можно дешевле, лишь бы чтобы быстрее найти оплачиваемую работу, чтобы было за что кушать. Откуда мы все это знаем? Потому что мы с Виктором вместе официально в Союзе почти 25 лет, еще до этого 2 года. Неофициально, почти 28. Еще 2-3 года до этого мы встречались. У нас с ним есть 5 деточек, есть уже внук. И есть огромный международный бизнес, и в жизни было все. И взлеты, и падения. И на самом деле это я говорил только что о нас, о нашей семье, потому что когда стал безработным, искал что-нибудь, где-нибудь, как бы заработать. И лишь, конечно, благодаря тому, что Марина уже занималась стив-маркетингом, мы продержались, была возможность продержаться тот почти целый год, когда я не пошел на работу, хотя Марина говорила: «Витя, иди на работу». Хоть куда-нибудь. Ну, сложно было, потому очень что сложно. На тот момент было уже 4 детей, когда кризис грянул. Но я скажу, что из-за того, что не было денег, Виктор рисковал жизнью, работая в ночном такси. И не всегда все пассажиры были трезвые, адекватные, и были и попытки ограбления. То есть вы понимаете, почему мы говорим, что важно, чтобы было не только здоровье, но и деньги. Ну, а если не будет здоровья, то не будет и денег тоже. Поэтому что было в начале, курица или яйцо? Я вам скажу так, неважно. Но не было бы продолжения, не было бы потом ни курицы, ни яйца. Поэтому вот что важно для вас, здоровье или деньги? То, чего вам сейчас очень не хватает, вот это у вас первостепенно,
Но приобретя одно и инвестируя грамотно свои силы и знания, вы приобретете другое. И вот у нас сегодня такая встреча, она, я надеюсь, что она будет порядка 40 минут. Я просто хочу, чтобы Виктор рассказал вот, вот об этом квадранте денежного потока. Я знаю, что многие люди, может быть, даже и там пробовали когда-нибудь себя в инвестициях. Впервые я как раз об этом квадранте узнал в 2010 году, когда зарегистрировался в сетевую, американскую сетевую компанию продуктовую. И у нас всегда презентации начинались именно с этого квадрата. И вы знаете, все эти квадраты, конечно, есть в традиционном бизнесе. Работа или маленький бизнес, самозанятость, большой бизнес, инвестиции. И вот с левой стороны квадрата, я повторю то, что запомнил, наверное, на всю жизнь, с левой стороны квадрата 80% населения, с правой 20%. Но тут, видишь, деньги уже поменяли, 95%. Я по памяти, видите, еще больше людей слева стало. Я помню, как нам в 2010 году рассказывали. Но деньги распределены полностью да наоборот. И те, кто ходит на работу, на самом деле это почетный труд, но также понимаем, что там богатым не станешь, там делаешь богатым хозяина этого бизнеса, если ты на бизнес работаешь. Ну и те, кто работают на государство, получат маленькую, к сожалению, в наших странах пенсию. И можно, конечно, попробовать себя в маленьком бизнесе. Вы знаете, минус в чем, что работая на себя, нет возможности поднять голову даже. Потому что весь бизнес зависит только от себя. И даже если у тебя есть один или два сотрудника в своем магазинчике, то очень часто я слышу от таких бизнесменов, что эти же сотрудники или эти продавцы обманывают, и приходится самому снова становиться за прилавок или заниматься этим бизнесом. Но точно так же, не буду уже говорить о правой стороне, там все замечательно, но точно так же такой же есть квадрат в сетевом маркетинге. Есть партнеры, которые пробуют себя даже в сетевом бизнесе, и они ходят как на работу. Почему? В большей степени они занимаются продажами и не строят сети. Конечно же, большинство из этих людей, попробовав, и у которых не получилось, они уходят, и потом мы слышим отзывы: «А, был я в вашем сетевом маркетинге, ничего мне не получилось». Есть много критериев, по которым надо выбирать сетевую компанию, но также хочу сказать, один из критериев, в какой команде ты работаешь или развиваешься. А маленький бизнес – это те люди, которые в основном остались вот в продажах. То есть это как такой малый бизнес, но в сетевом. Ты зарабатываешь, пока продаешь. И когда ты хочешь поехать отдохнуть, твои доходы тоже могут остановиться, потому что продавать-то больше некому, кроме тебя. Плюс конкуренция, плюс демпинг говорит о том, что рано или поздно, если вы не проинформируете своих клиентов о возможностях покупать продукт со скидкой, зарегистрировавшись, или строить бизнес и при этом получать свои скидки, они могут уйти к другим партнерам, которые предложат. И, конечно же, в сетевом бизнесе есть большой бизнес, это когда у тебя есть большая команда, и мы обучаем тому, чтобы... И у нас есть много уже партнеров, которые имеют свои команды. Но также инвестор – это те люди, которые уже построили свой бизнес и получают свои инвестиции от вложенного труда, времени в свои команды, в своих партнеров. И в чем разница между традиционным бизнесом и сетевым? Потому что в традиционном каждый для тебя конкурент, а в сетевом ты отдаешь все свои знания, как родители детям передаем все знания, весь опыт, поддержку для того, чтобы эти люди стали такими же или даже лучше, более успешными, чем ты сам. Да, и если сейчас оценить, помните, Витя говорил в начале, Виктор сказал, что 10 лет назад слева было 80%, а сейчас уже 95%. Вот не читая, да, слушай, а как все изменилось? Изменилось очень сильно. За 10 лет, да? За 10 лет, и за следующие 10 лет еще больше изменится. И на самом деле малый бизнес – это и там, например, мастер маникюра, массажист, парикмахер, который арендует себе место, там маленький какой-то магазинчик или даже свой ресторан – это тоже из разряда малого бизнеса. Я, извини, еще хотел добавить, к сожалению, тех 95% людей
готовы ходить на работу или заниматься маленьким бизнесом все 40 лет своей трудовой деятельности и, к сожалению, не хотят потратить 2, 3 или 4, или максимум 5 лет для того, чтобы этот бизнес уже приносил стабильный пассивный доход. И что такое 40 лет? Это всего лишь 480 заработных плат в своей жизни. И задайте себе вопрос, можете написать, сколько вам осталось еще до пенсии, сколько количество, пропишите в комментарии количество зарплат, которые вы еще получите до выхода на пенсии. Кого-то это 100 зарплат, у кого-то 200. И также задайте себе вопрос, сколько денег вы уже смогли себе отложить, инвестировать для того, чтобы, когда придет эта же старость, да, и получая маленькую пенсию, чтобы у вас были отложенные финансы для дальнейшего проживания, ну, конечно же, для путешествий и так далее. Или сколько мечт уже успели своих исполнить? Вот у нас ситуация была такая, что 10-11 лет назад мы как раз соприкоснулись с тем, как и был малый бизнес у Виктора, и он исчез, оставив за собой огромные долги, и работу он потерял, потому что сейчас очень сильно меняются в экономике правила и события. Конечно, и большой бизнес пострадал, инвестиции, то есть это все, знаете, вот эти волны взлета и падения. Но если у вас есть действительно цель выйти на высокий уровень здоровья и высокий уровень дохода, вот сконцентрируйтесь сейчас на том, что вы увидите ближайшие 30-40 минут. Итак, что касается PM International. Вот можно ли назвать, Виктор, инвестицией вот тот старт, который здесь есть? Ну, я бы назвал этот слайд не PM International, а все-таки возможности сетевым бизнесом, которые в традиционном сейчас уже невозможно, когда рынки взяты, да, и я смотрю, как массово в прошлом году, да и уже и в этом, открываются огромные супермаркеты и как маленькие бизнесы закрываются. Все переходит в сети, и если взять сетевой бизнес в целом, то будущее именно за этим направлением. И как можно обычному человеку, который ходит на работу, получает зарплату, параллельно получать еще какие-то возможности, не только профилактики здоровья, а и финансовые. Ну, как минимум, профилактироваться бесплатно. Так вот, есть огромное количество преимуществ, да, то, что инвестиций совершенно нет. В сетевом маркетинге, в хороших продуктовых компаниях, вы просто покупаете себе при регистрации продукцию. И это и есть, по сути, ваша инвестиция. Инвестиция не как в бизнес, а в собственное здоровье, профилактика с возможностью построить бизнес. Вы можете выбрать свой график. Здесь очень, очень тонкая и опасная грань, потому что люди, которые ходят на работу, они в большей степени ведомы. Это я и себе рассказываю. То есть как раз хотела спросить, какие риски? Да. Чем отличаются предприниматели? В чем минус? В том, что здесь никто не заставляет работать или развиваться. И это для наших людей огромный минус, потому что, почувствовав эту свободу, просыпаться без будильников, но еще не создав вот этот пассивный свой доход в сетевом маркетинге, некоторые партнеры расслабляются. И, конечно же, просыпаются без будильника, живут без понедельника, но деньги к ним не приходят. Почему? Где мои деньги? Потому что в бизнесе, друзья, это не гарантированная зарплата. Да? И то сейчас люди, которые ходят на работу, если они не выполнили что-то, то им тоже не заплатят или выгонят с работы. Но в бизнесе, если ты сделал товарооборот ноль, то вся твоя зарплата или твой доход также множится на ноль. А то, что возможности неограничены, да. Вы знаете, я еще 11 лет назад, когда впервые услышал о сетевом маркетинге, я поверил в то, что, ну, наверное, вера – это одно из самых главных качеств в достижении пассивного своего дохода и успеха. Я поверил, что здесь есть деньги, я услышал, я увидел. И здесь можно… Я наведу пример. Моя двоюродная бабушка живет в Германии. И вот она мне когда-то рассказала, что… В отличие от Советского Союза, она давно уже уехала с нашей страны. Вот отличие от наших стран СНГ, где при устройстве на работу спрашивают, сколько ты хочешь зарабатывать. В Германии, если четко перевести в отделе кадров, какие вопросы задают, то там он звучит так.
сколько вы стоите. Так вот, этот вопрос напрямую касается сетевого маркетинга. Здесь вы будете получать именно столько, сколько вы стоите. И для всех возможности равные. Если вы хотите попробовать на равных со всеми увидеть, на что вы способны, то вам точно необходимо разобраться, в какой проект вы хотели бы прийти. Но также семейный бизнес. Я хочу сказать, что мы все 11 лет вместе, Соломейка, пожалуйста. И путешествуем вместе, и строим планы, и строим наши цели, и разграничиваем обязанности. Да. И наш семейный бизнес не, ну, как бы не завершился только на нас. К нам в этот проект присоединились моя сестра со своим мужем, наши друзья, кумовья, уже дети присоединяются к нам. Поэтому, конечно, семейный бизнес – это очень интересно. Мы можем действительно не только лично быть успешными, а подтянуть сюда всех тех, кто нам дорог и ценен. Если мы говорим о настоящем сетевом проекте, если же это финансовая пирамида, то, как правило, люди это делают с чужой фотографией на аватарке, своих не приглашают, потому что знают, что потом будут забиты палками и камнями. Окей, друзья, поехали. По поводу социальных пакетов и все остальное поговорим чуть позже. Но вот по поводу тренда. Хотите быть на волне, вы должны увидеть эту волну, вы должны почувствовать эту жилу. И вот в плане тренда интернет, да, вот как интернет помог сетевому маркетингу? Ну, вы знаете, даже сейчас дети спрашивают: папа, мама, как вы раньше жили без интернета, без мобильной связи? Представляете, назначаешь связь, звонишь с домашнего телефона. Там в 2010 году, правда, у меня был мобильный телефон, но не у всех тогда был. Приходишь на встречу, а этого человека нет, и ты ожидаешь и думаешь, придет, не придет, или наоборот происходит. Сегодня, благодаря интернету, очень легко и быстро строить бизнес, и не только в своем городе или в своем поселке, а перед нами всеми открыт весь мир. Плюс у нас есть приоритет у всех русскоговорящих, украиноговорящих, приоритет среди всего населения мира, то, что после распада Советского Союза, а весь Советский Союз понимал и разговаривал на русском языке, все люди Советского Союза расселились по разным странам, по уголкам мира. И компания, если говорить о компании PM, работает на каждом рынке. Даже не открытом рынке она туда присылает, есть возможность получить там продукцию здоровья. И я хочу также сказать, что по поводу трендов. Все мы уже понимаем, уже кто-то смирился с тем, да, что мир обратно уже не вернется. И когда были раньше встречи, домашние встречи, презентации вживую, семинары, даже если снимется карантин, хочу вас заверить, что большинство людей, познав преимущество вот такой вот мобильной связи, презентации в Zoom-конференциях или в прямых эфирах, приглашая сюда гостей, присутствуя самому, уже можно сэкономить деньги на поездках, на гостиницах, на питании, не выходя из дома, уже строить бизнес. Конечно же, можно строить бизнес не только из дома, а с какого-то красивого, теплого места. Например, когда у вас за окном минус 23, ночью передают. А, ну, к примеру, в Доминикане или в Таиланде или на Мальдивах всегда тепло, всегда солнечно, плюс 26, плюс 28. Имея ноутбук или телефон, смартфон и доступ к интернету, вы можете с любого уголка мира развиваться в сетевой компании. И что касается трендов, когда вы в тренде, вам не надо прилагать много усилий, оно само развивается. И вот в тренде действительно интернет, развитие по интернету, благодаря интернету сетевой сейчас стремительно вырос, все, что касалось диджитализации, выросло тоже. И вот именно 2020 год научил людей заботиться о своем здоровье. Столько людей узнали о важности витамина D и цинка. Вот поставьте плюсики, кто узнал только в 2020 году, зачем человеку цинк, как он помогает в борьбе с вирусом, зачем человеку витамин D. Я, например, я подниму ручку, не могу лайкнуть. Я узнал, что медицина – это медь и цинк. Да, как вот красиво звучит и как оказывается все просто.
когда в правильном, в ежедневном, в нужной форме потребления меди и цинка, то это есть, наверное, уже основа здоровья, правда? Ну да, почти. Почти, ну вот это я запомнил. Да. Но еще хочу добавить, что год назад тренд, было много трендов в развитии, но сейчас самый главный тренд в мире – это здоровье и профилактика. Это все мы поняли. Кто-то сразу, кто-то не сразу. Кому-то пришлось переболеть, переосмыслить, да, но тем не менее сейчас каждого человека спроси, о чем ты думаешь на сегодня, на завтра. Большинство людей скажут, что боятся, переживают за собственное здоровье, думают, чем профилактироваться. Конечно, ищут какие-то рецепты, народная медицина. Кто-то обращается, конечно же, в фармацевтику или в больницу. У каждого свой выбор, свой путь. Мы ни с кем не сравниваем, просто насколько выгодно тем или иным профилактироваться. Вот мы, наверное, немножко сейчас расскажем. И на втором месте после здоровья профилактики это трудоустройство. Потому что уже миллионы, десятки, а может быть и сотни миллионов людей сегодня или без работы, или на меньшей зарплате, или вот в ожидании сокращения, потому что мы видим, как все переходит в интернет, на удаленку, и все меньше. И роботизация, конечно же, все меньше и меньше людей сейчас, да и в будущем, будет задействовано в каких-либо рабочих процессах. Но тренд работа с клиентом, дистрибьюция, она всегда будет востребована. Да, и кто в этом году, ну не в этом, а в прошлом году задумался о том, что должен быть план Б обязательно, тоже можете поставить сейчас сердечко хотя бы там или любой смайлик в комментариях, и мы будем понимать, что вы задумались не только о здоровье, кто о здоровье узнал больше, плюсик, а кто задумался о плане Б и причем готов стремительно это развивать, можете уже ставить сердечко. Я вам скажу важнейший нюанс по поводу волны и тренда, индустрия wellness. Вы понимаете, что вот эти детки, которые родились после войны, ради которых выросли целые города и на этом заработали миллионы, миллиарды, потом была бытовая техника, которая наполнила эти дома, квартиры, потом эти дети, им надо было много работать и меняться информацией, телекоммуникацией, интернет. И сейчас этим детям это пенсионный, предпенсионный возраст, это бэби-бумеры, люди, у которых уже есть дома, есть, может быть, какая-то там автомобиль, даже пенсия, но у них нет трех вещей. Они уже не могут себя как-то сильно реализовывать, у них приходит вот старость и уныние, они не хотят этого. У них потеряно уже здоровье из-за возрастных изменений, и, конечно же, многим не хватает денег из-за того, что пенсия – это далеко не то благополучие, которое представлялось тогда, когда ходил на работу. Я бы хотел сказать, что все эти люди, большинство уже, да, людей, живущих на Земле, это люди хотят трех вещей. Это быть здоровым, это долго жить, и при этом, чтобы на все это хватало денег. Совершенно верно. И об этом, представляете, давно-давно, еще в 80-х годах, 90-х, Пол Зенфилдер писал, и он написал, что более 3 триллионов уже будет. Он написал, что триллион будет в 2010-м, а оказалось 3 триллиона. И сейчас, 2020-й, скорость прироста этой индустрии очень большая. И вот сетевой маркетинг – это та профессия, которую сейчас называют профессией будущей. Это на 4-м вы видите слайдики. Я не буду об этом подробно. Я просто вам хочу сказать, что если 10-20 лет назад, 30 лет назад о сетевом еще говорили, что это пирамида, что это там, ну там типа, о, это надо что-то кому-то ходить, продавать, то сейчас уже даже крупные бизнесмены, влиятельные люди понимают, что сетевой, за ним будущее. Я бы хотел сказать, что те, кто не пробовал себя 10 лет назад в сетевом, а может и пробовал и знает, как это было сложно, то сейчас однозначно все видят, насколько легко здесь преуспеть. Главное – выбрать продукт, главное – выбрать компанию, конечно же, маркетинг, конечно же, администрацию, главное – выбрать команду. И на правах рекламы хочу попросить те, кому интересна информация, которую даем мы с Мариной, пожалуйста, прямо сейчас, те, кто еще не поделился, поделитесь на своих страничках в Facebook. Пускай мир будет более здоровым, хотя бы, чтобы люди услышали информацию и уверен, что
много из ваших друзей заинтересуются собственным здоровьем, профилактикой вместе с продукцией из компании PM International. Итак, почему же большое количество людей выбирает сетевой маркетинг? Вы уже видели, свободный график, семейный бизнес, неограниченный доход, минимум риска на старте. Но на самом деле люди хотят всего трех вещей. Они хотят общаться, они хотят свободы, и они хотят здоровья и денег. Это уже четыре вещи. Я вот хочу прокомментировать этот слайд. Можно? Давай, Виктор. Когда я впервые полтора года назад, чуть больше, увидел наименование, перечень всей продукции компании PM International, на самом деле там намного больше, чем на этом слайде, я сказал: о боже, как это все надо потреблять, зачем столько, это же, наверное, неудобно и непросто. Друзья, не пугайтесь, всего лишь один раз утром и один раз вечером, всего лишь два коктейля в день, с водичкой, и этого достаточно для того, чтобы вы были здоровы и долго жили. Есть основные продукты, есть дополнительные. Ну вот, наверное, парадокс все. А еще самое классное, что это все можно миксовать, дополнять, и мне урочно можно принимать этот продукт, как я сейчас вот допиваю уже бьюти. Или я просто пью Activise, который добавляет кислород в кровь. И энергию, и хорошую когнитивную деятельность нашего мозга. Для тех, кто не медик, я объясняю. Концентрация внимания, память, вот все эти важные функции Activise очень существенно улучшает, не являясь лекарством. Так вот, почему мы выбрали PM International? Я как медик выбрала для себя продукт. Я увидела продукт со скоростью работы просто внутривенного введения. Я увидела классную косметику. Я увидела широкую линейку, натуральные безопасные формы и, конечно же, научный подход, то есть грамотный научный подход, начиная от сырья, заканчивая даже сертификацией. А я, Виктор, на первой дегустации увидел широко открытые глаза Марины, которая сказала: Витя, независимо от того, будем мы в этой компании или нет, я уже буду пользоваться этим продуктом. Потом были широко открытые глаза мои, потому что у нас уже был бизнес, и достаточно прибыльный, это тоже здоровье. Но я не готов был на то время просто взять и так вот уйти 40 или 50 тысяч долларов в месяц. Я говорю: Марина, что ты делаешь? Да, Виктор говорит, он просто привык, что я как медик, я скептик, мне надо там изучить, разобраться. А тут после первого коктейльчика Activise через 3 минуты я говорю: все, я хочу это кушать. Но на самом деле почему? Потому что я увидела скорость работы, вы видите на этом слайде, научный подход. Сделано в Германии. Вы знаете, что GNP Made in Germany, только 2% медикаментов даже в Германии имеет этот сертификат. То есть здесь ИТЮФСЮД подтвердила лаборатория, и Кёльнский лист входит в это, то есть нет никаких допингов, можно спортсменам. И NTC, и 100 самых лучших продуктов для здоровья, компания 19 лет входит в этот рейтинг, 4 года подряд возглавляет. И Швейцарский институт витамина подтвердил, что действительно безопасно, натурально. И также есть халяль, кошер, есть почти 500 сертификатов, наград и патентов. И все это действительно настолько круто, потому что 350 ученых, научный совет. Я когда увидела вот этот научный совет, я когда поняла просто, как компания подходит, усовершенствует постоянно формулы, я поняла, что мне за продукт, во-первых, будет не страшно, а во-вторых, мне будет не стыдно, потому что когда мы что-то кому-то рекомендуем, то, конечно же, мы за это частично отвечаем. Я вот просто хотел бы добавить одной фразой. А немецкая компания, немецкое качество, и этого достаточно. Ведь никто не спорит о том, что BMW – это классная машина, да, что автопром немецкий, что это круто. Это самые лучшие автомобили в мире. Никто не спорит, что техника Bosch или Siemens, да, что это хорошая, скажем, хорошая бытовая там, или профессиональная там техника. Точно так же нет причин сомневаться в том, что немецкие продукты по здоровью качественные. И если немцы, насколько они вот скрупулезно во всем разбираются, насколько они педантичны, и понимая также, что за любую ложь могут судить в Германии или в мировом обществе, если написано, что этот продукт доступен также для олимпийских
чемпионов и во время Олимпийских игр, то для меня этого достаточно, потому что это говорит о том, что продукт полностью натурален, то, что он хорошо усваивается, хорошо работает. И вот пишет Ксения уже в комментариях, что она почувствовала уже через 10 минут, как после активайса исчез спазм, от которого таблетка ни одна не помогала, да, жалеет, что раньше не узнали об этом продукте. Вы знаете, все в этой жизни происходит вовремя, все происходит тогда, когда нужно, когда готов ученик, приходит учитель. И вот в данном случае наши сердца были готовы к новому, потому что мы увидели, что мир не стоит на месте. И вот за счет концепта NTC люди могут, обычные люди, не врачи, могут рекомендовать этот продукт, потому что продукт сработает у человека, неважно, чистый у него кишечник или он зашлакован, неважно, работают сосуды или не работают, они по-любому заработают на этом продукте. И можно не бояться передозировки, ведь большое количество людей боятся кому-то что-то рекомендовать, лишь бы не навредить. То есть с этим продуктом можно быть спокойным, можно рекомендовать. Есть просто несколько правил, которые мы озвучиваем всегда на наших wellness-ах. Хотел бы попросить, вижу, как Ксения Ихлер пишет 1, 2 и дальше отзывы. Я знаю, что среди 200 участников прямого эфира, а потом еще будет больше просмотров, будет много людей, которые впервые услышали или увидели эту информацию. Я буду благодарен всем клиентам и партнерам нашей команды или компании PM, хотя их всего более 4 миллионов в мире, но с нашей командой, чтобы вы написали личный отзыв или отзыв ваших знакомых или друзей, которые вы получили или услышали, чтобы люди, которые будут читать или будут смотреть этот прямой эфир, чтобы они смогли еще прочитывать реальные отзывы от реальных людей. Благодарю вас. Да, и некоторые говорят, вот, нет у вас негативных отзывов, куда делись? Вы знаете, если бы в компании был плохой продукт, поверьте, за 27 лет уже было бы столько негативных отзывов. Но за счет того, что компания 350 ученых, институты, лаборатории, сырье проверено, сертификация, производство проверено, и вот продукт проверен уже, даже лежит 3-4 года, каждая серия выпуска лежат образцы на официальном вот складе, самом большом складе в Шпайере, под камерами наблюдения, на случай, если нужно что-то для экспертизы. Вы понимаете, насколько правильный подход? И, конечно же, что меня лично очень впечатлило, как медика, потому что, когда я человеку расписываю какую-то программу, это до еды, это после, это утром, это вечером, а это там всего 5 дней, а вот сначала очистка, а потом глубже, а потом это. И я столкнулась с тем, что люди не выполняют рекомендации, потому что слишком много всего, потому что сложно. И вот когда я увидела, что здесь всего 2 коктейльчика, я поняла, что люди будут это делать. Но есть еще одна фишка у этой продукции, которая подкупила больше всего. Не знаю, угадает Виктор, о чем я имею в виду или нет. Это активайс? Нет, Виктор, это не активайс. Это на самом деле вкус этого продукта. Вкус. Согласен? Согласен. На самом деле все очень просто. Вы видите на картинке, да, вот там есть джуниор, это детский, а есть вот Basic, Activize и Restorate. Если по-простому, то это основные, это база от всего, что вот вам необходимо. Эти три продукта, Basic, Activize и Restorate, если их употреблять 90 дней, именно столько дней перерождаются все клеточки крови, 90 обновляются. Дней, да, обновляются, то за 90 дней вы получите 80% обновление своего организма, своего тела. И компания, кстати, дает гарантию результата. Первых 30 дней, а если вдруг по каким-то причинам, по личным или еще что-то, хотя я таких людей не знаю, но если вам вдруг этот продукт не подошел, компания дает гарантию возврата, 100% гарантию возврата денег взамен даже на пустые баночки от продукта. У вас на это есть 30 дней. Единственное, что после того, как человек заявляет, что ему там что-то не понравилось, не подошло, не сработало, то компания закрывает его номер, чтобы человек не спекулировал добротой и надежностью компании. То есть, представляете, даже этот риск компания взяла на себя. То есть, если говорить сейчас о финансах,
Компания отвечает за сырье, производство, логистика, офисы, администрация, разработка новых формул, мотивация, обучение и даже риск, вдруг что-то не понравится. Ну, вот я скажу, что я слышал о таких компаниях, но только на некоторых рынках они давали такую гарантию. Например, американские компании некоторые, вот на американском рынке дают гарантию, хотя они присутствуют там более чем на 100 рынках, да, или на 60 рынках. Но я никогда не слышал, что в Украине, там, или в России, или в Беларуси, или в Казахстане был этот возврат. Да, был такой возврат в других сетевых компаниях. И я был очень удивлен, и честно признаюсь, я просил руководства, когда вот впервые это услышал, говорю, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом. Не озвучивайте. Не озвучивайте. Вы что? Нашим нельзя. Нашим нельзя. Нет. Виктор, компания гарантирует. И вы знаете, ни одного возврата в нашей команде среди 6 тысяч благодарных клиентов и партнеров я не встречал. И ученые добились того, вот почему утром и вечером коктейльчик, чтобы 24 часа в сутки ваш организм работал как часики. А когда он будет ухожен, когда он будет восстановлен, то у вас будет совершенно другое качество жизни и продолжительность жизни. То есть представляете, что ваш автомобиль обслуживают безупречно. Лучшее топливо, лучшие запчасти, лучший там водитель в нем. Он, есть у него шансы удивить своим хорошей, ну, проходимостью или как внешним видом даже намного дольше, чем у других автомобилей. Я, например, в этих витаминах и минералах не разбираюсь. Но я точно понимаю, что утром это витамины в напитке, в коктейле, вечером это минералы, чтобы наши органы, наш организм восстанавливался, ремонтировался. И для меня этого достаточно. Вы знаете, я не спрашиваю сертификаты в магазине на продукты, там, на молоко, там, еще там, на то, что мы покупаем, или гранаты, там, да, или еще какие-то вещи. Точно так же я здесь. Мне достаточно того, что есть огромное количество отзывов, огромное количество благодарных клиентов. Я точно знаю, что есть результаты по продукции, есть замечательная технология, которая доставляет этот продукт в нужное место, в нужном количестве и в нужное время, и просто его употребляю. Что касается гуаранина, который входит в Activize, конечно же, это лучше, чем кофе, на который уже люди хорошо присели. И те, кто попробовали уже Activize вместо кофе, они даже уже у себя в офисе ставят. Я в учительскую дарю обязательно Activize для того, чтобы у учителей было отличное настроение, полно энергии, чтобы они были здоровее, не болели, чтобы были более стрессоустойчивы, потому что я знаю, что это люди, которые работают с нашими детьми. А как приятно было сегодня увидеть, когда я приехал в гости в офис к своему клиенту, к нашему клиенту, и в офисе он всех, кто к нему приходит на прием, он предлагает уже помимо кофе, потому что, да, есть еще желающие пить кофе или водичку, также предлагает напитки здоровья. Я приятно был удивлен, что я прихожу, а там все пьют эти напитки в приемной и в кабинете, все, кто у него. И замечательно, то есть, да, вот как уже руководитель своего бизнеса, он заботится и о сотрудниках, и о собственных клиентах своего бизнеса. Да, согласна, это очень приятно. Так вот, Activize, он добавляет как раз плюс 10% кислорода в крови. Это были клинические исследования, сейчас не об этом. Но просто подумайте, сейчас все в офисах, в домах, в общественном транспорте или даже в личном транспорте, кто-то, ну, вот маски и все-все, что происходит, у того анемия, у того спазм сосуда, у того холестерин, все это ворует наш кислород, и Activize отлично работает с кислородом. Ну, и, конечно же, есть базовые продукты для активного долголетия, более подробно на наших wellness'ах. Но вы видите, что это можно принять и перед пробежкой, и вот видите, даже можно за штурвалом яхты или просто в течение дня. И вот у компании к базовому набору есть вот такая, знаете, вот вернемся, сейчас, секундочку, так, не туда, вообще не туда, а вот. Базовый набор – это 95% здоровья. 80, это... а жизненный тонус 95. Да, совершенно верно, благодарю, Виктор. И вот это основа основ.
я бы сказала, программа минимум – это базовый, программа оптимум – это жизненный тонус. Вот вы видите сейчас на экране. Омега Q10. Да, с Омега Q10. И есть программа максимум. То есть, что... Это для тех, кто понимает, что здоровых людей, к сожалению, сейчас не существует. Я, например, ну, слава богу, знаете, относительно здоровья всегда вроде бы было, но я решил сразу потреблять все. Почему? Чтобы не ждать, когда что-то будет изнашиваться, а потом его восстанавливать. Зачем? Лучше просто профилактироваться. И все, что вы видите здесь, и не только, мы весь ассортимент, все, что есть в компании, мы все потребляем. Я лично точно. Да, у нас есть все. Действительно, и я вам скажу, что уже и у наших родителей есть вся линейка. И если раньше мы начинали просто с минимума, то потом так влюбляешься в качество и видишь, как каждый продукт дополняет вот эти важные проценты к восстановлению, что хочется все уже просто пить. Мой любимый продукт, один из любимых, Моноген. Марина каждый раз повторяла фразу «Осторожно, могут быть дети». Да повторялась. Да повторялась. Но я хочу сказать, что... Вчера узнал. Думал, что... Перестань, ну не шути. Мы же сейчас серьезно говорим, мы же проект представляем. Виктор шутит, он узнал 6 месяцев назад вместе со мной. Да, каюсь, признался. Цель шут, например, кому нужен хороший крепкий иммунитет. Омега-3 нужна для тех, кому, например, кого не хватает даже расщепления этих жиров, точно так же, как Q10. Омега, Q10 – это сердце, это мозг, это суставы. Для сосудов – Моноген, для суставов – Гелингфит, кто-то для зрения – лютеин. Вот у нас мама очень любит она лютеин из-за того, что у нее там с сахаром и сосудом вопросы. И есть дополнительные продукты, конечно, эпизодического приема. Это фреш, это дедринг, то есть это можно не каждый день. Если предыдущие можно каждый день, то фреш и дедринг можно эпизодически. То есть детокс, тут все есть. И вот интересно, что на самом деле, когда вы начнете изучать, кто же уже знает о Фитлайн, так вы будете удивлены. Более 50 спортивных федераций и 1000 профессиональных спортсменов это кушают, дали свои отзывы в журнал спортивный. И настолько интересно было читать даже статьи от врачей, которые работают в этой федерации, от главных врачей федерации мира. Это не говорим мы только о какой-то стране одной. Я хотел бы добавить, что, наверное, если не самый, то один из самых известных видов спорта – это футбол. Все, кто слышали о нем, женщины, если вы не интересуетесь футболом, можете спросить у знакомых мужчин или у мужа, кто такой Ривальдо. Они вам скажут, о, так это же легенда футбола. Я лично не профессионал в этом деле, но этого человека я точно знаю, о нем всегда говорил весь мир. И он является также клиентом, благодарным клиентом компании. И совершенно на бесплатных основах, то есть ему не платят деньги за это. Он потребляет этот замечательный продукт и признается, что на нем у него отличные результаты. Так же, как и остальные спортсмены, я вам рекомендую, вот интересно, посмотрите этот спортивный каталог, он есть на разных языках, он есть в бэк-офисе у дистрибьютора, уже у партнеров, и его можно действительно получить себе на почту. Но мы с вами не профессиональные спортсмены, многие не профессиональные. В обычной жизни тоже есть нагрузки в доме, в работе, в учебе, в реальной жизни. И поверьте, выносливость нужна не только спортсменам, но и нам с вами. Ну что ж, что касается линейки, здесь есть даже отдельная линия «Детское здоровье, беременные, кормящие». И уже многие увидели, какие здоровые детки рождаются, кожа чистая, насколько они интеллектуально развиты, светлые. Они, знаете, такие улыбаки, позитивчики эти дети. Те, кто даже имели какие-то свои диагнозы, врожденные, приобретенные, с этим продуктом точно становятся здоровее. Хотя это, опять же, не лекарство, это действительно вот такая поддержка. Ну и вот для красоты я вам скажу, что Виктор, он тоже пробовал сыворотку. Пробовал, кайф. Он тоже пробовал антицеллюлитный крем, но случайно, не специально. Не помог. Я думал, что это крем. Перепутал с суставами. Да. Он думал, что это крем для суставов. Я говорю, Марина, что-то кремом я мажусь, а спина все равно там, где болела, там и болит. Марина посмотрела, говорит, а ты смотрел на картинку, что там
На одной нарисована девушка, на другой там человек и как бы... Суставчики, да. Да не, я и думал, что это все одно и то же. Но целлюлита у Виктора не было, поэтому, да, поэтому... он и не прошел на антицеллюлитном кремчике. Но Виктор, кстати, любит бьюти. И полюбил он бьюти не только за его вкус, а когда послушал несколько лекций о том, что бьюти – это не только красивая подтянутая кожа без растяжек и морщин, а еще хорошие ткани, связочки, вот клапана и так далее. То есть пептиды и коллагена нужны для наших суставчиков. Каждый вечер пью бьюти перед сном и до вечернего коктейля просто отдельно. Так как в день мне не всегда получается пить достаточное количество воды, я утром коктейль большой пью водичку и вечером пью два коктейля. Один с бьюти, а второй смешиваю Restorate, и есть еще у нас для суставчиков, то есть профилактически. Гелингфит, да. Гелингфит. И косметика здесь очень крутая. Вот эта сыворотка, которая убирает морщинки за 3 минуты на 80%, ну, на 6-8 часов, как бы, но каждый день, если наносить, будет потом через 3 месяца очень хороший результат. Эту сыворотку разрабатывали 20 лет ученые, 20 лет. Поэтому здесь подход такой, что хочешь, не хочешь, а результат на лицо или на лице. Здесь все родные, то есть мы... Не, кроме вот правого, самого правого, да, да, фланга. Слева начинаем. Это моя любимая теща. Теперь она еще красивее, еще любимее. Посерединке это моя любимая мамочка. А просто намного, как вы видите, да, улучшилась ее кожа, а кожа – это результат, что делается внутри. Показатель, да. Справа – это любимый мною я. Все верно. Да, притом вот левая картинка со мной – это моя самая первая презентация, которую я услышал о продукции Fitline, июль 2019 года. И вот уже в 2020 году, где-то через год приблизительно фотографию сделали, это вот я уже постройневший. Ну, сейчас еще стройнее, единственное, что мышечная масса растет, это побочный эффект. Да. Я на тренировке просто начал ходить. Чуть ниже Марина, который начал уходить седина. Еще не полностью, но я вам хочу сказать, что вот Facebook напоминает прошедшие там 5 лет назад или 3 года назад. Хочу сказать, что раньше моя супруга молодела ежегодно, сейчас помесячно. Каждый месяц все краше и краше. Так, Виктор, время тикает. Я уже просто зарумянилась. Это моя тема. Это твоя любимая, да. Это твоя вот все по полной программе. А я уже наговорился. Хочу сказать, что возможности с компанией PM, как мы и начинали, безграничны. И лишь в вашей власти и в вашем полномочии определить, сколько вы планируете здесь получать свой пассивный или остаточный доход. Это доход, который может к тебе приходить, когда ты уже даже отдыхаешь. Именно в сетевом маркетинге это возможно. Как вы видите, компания растет последние 5 лет просто семимильными шагами. Конечно же, она росла и до этого. И имея степень надежности, финансовой надежности 3А+, говорит о том, что компании достаточно большое количество денег, активов. Конечно же, она инвестирует в будущее. Она сейчас покупает землю, где организует плантации для тех оборотов, будущих оборотов, когда своих будет недостаточно. И также независимые аналитические компании определили, посчитали, что к 30-му году, это осталось 10 лет ровно, ну, компания, 9 уже, ну, не, 10, ну, вместе ладно. С этим годом, да, 10 лет, 10 лет, да. Выйдет на товарооборот 30 миллиардов долларов в год. Для сравнения, как вы видите, в прошлом году 1,72 миллиарда, и в 2019 1,1 миллиарда. И заметьте, 55% роста – это не с тысячи в 2000, не, даже не с миллиона в миллион, да, а это с миллиарда почти в 2 миллиарда. Ни одна компания в мире не может похвалиться тем, что все 27 лет, именно 27 лет PM существует в мире, с 1993 года,
ни одна компания не может похвалиться, что все эти 27 лет компания испытывала рост. Это абсолютная правда, абсолютный рекорд, и действительно. Рольф Зорг, да, заявил, что уже в этом 2021 году компания перейдет отметку 2 миллиарда долларов, и это не будет конец года, это будет осень. Об этом заявил глава и владелец компании Рольф Зорг. Я ему верю. Знаете, что самое интересное, что как раз, что я заметила у администрации, они не приукрашают действия продукта, они не приукрашают какие-то цифры, они наоборот говорят от минимума, а максимум уже каждый для себя сам увидит. И мне, например, очень приятно, что у компании огромное количество наград. Ассоциация прямых продаж даже назначила Рольфа Зорга почетным одним из директоров уже ассоциации мировой. И есть очень много, вот журнал Netka тоже написал, что вау, круто, это такой проект, которого мы до сих пор не видели. И на 13-м месте в мире было в прошлом году, в этом году в топ-10. За 19-й год, да, а за 20-й мы ожидаем... Вот уже где-то через месяц-полтора мы узнаем. Мы знаем рейтинг официальный. Да, рейтинг компании. Да, и, конечно, даже лаборатория TÜV-SÜD отметила, что этот продукт очень крутой. И мне нравится, что это международный проект. Вот я кайфую от того, что у нас есть возможность дать людям, которые уехали на заработки за рубеж, или, возможно, своим друзьям, или отдыхая где-то в другой стране, дать просто ссылочку, человек закажет, получит этот продукт. И на каждом рынке мы говорим «у вас начало». Хотя что там на каждом рынке? В самой Германии, где родилась и существует компания, где самые большие товарообороты. Прирост ежемесячный, да, даже вот в прошлом месяце 44% прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания в Германии сейчас только набирает обороты, хотя уже является в некоторых странах, ну и в самой Германии, лидер. Номером один среди всех сетевых продуктовых компаний. И также она сейчас открывает новые рынки. На сегодня, если не ошибаюсь, 42 страны. К сожалению, с этим карантином, кризисом, возможно, какую-то страну открыли, планировали открыть точно с десяток. Я сейчас даже не ориентируюсь, наверное, скорее всего, где-то еще открыты, не все мы знаем. Но повторюсь, даже в неоткрытую страну, ну, в любую точку, наверное, кроме Антарктиды, Северного полюса, можно получить продукт, как клиент зарегистрироваться. Из ближайшего офиса компании вам пришлют этот продукт, и вы можете им пользоваться. И когда будут большие обороты, компания быстренько откроет представительство в данной стране. А теперь послушайте внимательно. Почему столько наград? Почему столько признания? Почему столько любви и благодарности? Вы видите, как компания подошла? 350 ученых. Пожалуйста, вот сертификаты, вот сырье, вот степень надежности 3А+. Вообще нет кредитов, долгов. Вот вам на каждом континенте есть официальное представительство и в каждой открытой стране офисы, в неоткрытую есть доставка. Где? Где вы такое видели? И еще что самое интересное, что компания нас, клиентов, делает благотворителями. То есть мы заказываем продукт, и автоматически маленький процент идет на благотворительность. За личные покупки, да, да, процент идет на благотворительность. И компания эти деньги не просто там, знаете, в какой-то себе фонд отмывать деньги. Такого здесь вы не увидите. 3000 детей получают образование, еду, лечение, кровь над головой, свежую воду за счет компании PM International. И фотографии этих детей висят в офисе, в Шпайре, по всему офису. И уже, конечно, их столько, что они не помещаются. Но это очень важно. Компания бережет планету. Компания также делает хорошо и другим людям. И в завершение немножечко о том, как же эту курицу и яйцо сбалансировать, чтобы это был поток, финансовый поток, благодатный поток здоровья в вашу семью. Я думаю, что Виктор сейчас чуть-чуть буквально скажет. Ну, по поводу яйца курицы, хотел бы в нашем деле сказать, что, скорее всего, важнее здесь продукт, потому что не получив, не увидев, как действует продукт, как он работает, не получив результаты, очень сложно продвигать то, в чем не разбираешься, или то, в чем сам не веришь. Поэтому в первую очередь, конечно же, продукт. И на втором месте это уже продвижение его. И компания дает возможность реализовать себя, реализовать все свои мечты вместе с компанией PM. Для этого существует огромное количество бонусов в виде путешествий, социальные программы, автомобильные бонусы. Как видите, да, охватываем все.
Конечно же, компания работает над инструментами и совершенствует их. Это специальные приложения, где вы можете, это от самой компании, они совершенно бесплатные, для ведения бизнеса, для проверки, как посмотреть отзывы там, до и после, как работает продукт. И, конечно же, все эти инструменты, и не только, есть еще для нашей команды, которую мы с Мариной разрабатываем, все это для вас в доступе лишь только по той причине, чтобы вам легче было его строить. Я вам рекомендую прямо сегодня после эфира закачать приложение Fitline. Откройте, пожалуйста, вот именно App Store и закачайте себе это приложение. Знаете, чем я была удивлена? Каждое утро приходит смс. Вы начали свой день с пауэр-коктейля? Вечер приходит смс. Вы успели, вы готовы восстановиться с Restorate? Или вот приложение PMTV тоже, там столько есть. Даже маленькие ролики разных ученых из научного совета. Что они вложили в этот продукт, что они привнесли. Там из производства, там столько есть разных ценных видео и от спортсменов. Ну и, конечно же, само приложение по бизнесу тоже очень помогает многим. И вот многие люди уже спросили, как заказать, как дешевле купить. Друзья, обратитесь к тем, кто вас пригласил. Возьмите у них ссылочку. Или на чьей странице вы это увидели, да, может, кто-то из ваших друзей разместил, но не пригласил вас, но вы увидели на его странице. Конечно. Прямой эфир. Обратитесь письменно или телефончиком, если вы знакомы лично к этому человеку, чтобы он помог вам разобраться, дал ссылочку на регистрацию. Можно даже попробовать бесплатно зарегистрироваться, если сейчас вот есть какие-то моменты, которые вы хотите перепроверить. И вы там можете скачать и каталог по продукту, и спортивный каталог, сертификат, и маркетинг-план, и сертификаты, посмотреть видеоролики, в том числе на русском языке, убедиться в том, что да, этот продукт, эта компания замечательные, надежные. И, конечно же, есть возможность все-таки купить при регистрации этот продукт, потому что компания гарантирует. Помните, я говорил, что даже, то есть риска ноль, даже если вам по каким-то причинам это не подошло, вы всегда можете вернуть этот продукт и забрать свои деньги. И вот спрашивает человек, как мой человек может получить продукцию в Ростове-на-Дону. Элементарно даете свою ссылочку, человек заказывает, указывает, что он регистрируется в России, и он получает с Москвы, там, или там да. Есть в Краснодаре, кажется, большой уже офис. Есть три, по-моему, офиса в России. Ну, неважно, компания найдет, как сделать это все максимально быстро. Даже в Челябинск идет 4-5 дней всего-навсего доставка. Поэтому вы можете сделать заказ, но вам надо просто взять ссылочку для регистрации обязательно и выбрать, какой вы вариант регистрации хотите. Маленький, это вот пробный старт, там всего-навсего один активайз будет еще в подарок к оптимальному результату. Или большой. Есть пробный старт, это вот слово «попробовать». Если все-таки есть какие-то страхи, сомнения и так далее, пожалуйста, возьмите пробный старт. Это базовый набор Basic Restorate Activize. Вы покупаете по полной стоимости этот набор, дополнительно у вас идет еще партнерская сумка со всем инструментарием и идет баночка Activize, которая стоит 39 евро, идет она вам в подарок. И все последующие ваши покупки любого продукта в любой период, когда вы захотите, будут со скидкой 20%. И для этого нет никаких обязательств. Просто себе купили, у вас уже будет в вашем бэк-офисе стоимость со скидкой 20%. Есть другая возможность. Те, кто все-таки решил, как мы с Мариной, как наши партнеры, большое количество, как наши лидеры, связать себя с бизнесом и с компанией PM International и построить здесь большую сеть партнеров и клиентов. Это, в первую очередь, хочу сказать, бизнес-рекомендации. Мы научим, как правильно его презентовать, как минимум тратить энергию и получать максимальные результаты. Но при регистрации на пакет менеджер или профессионал вы покупаете 6 таких базовых наборов, но они уже идут со скидкой 30%, и также идет 2 подарка на общую стоимость 155 евро. Это баночка Activize и замечательная сыворотка, которая разглаживает чудо-сыворотка, о которой уже говорила, да? Морщинки за 3 минуты. И покупая продукт на 1029 евро, вы платите за него всего лишь
599, ну, 600 евро. Татьяна спрашивает, можно ли в Швецию? Свет, Татьяна, можно. Можно в любую страну. Мы же уже сказали. Северного полюса и Антарктиды. Южного полюса. Я скажу, что очень интересно получить, конечно, вот эти два продукта в подарок, Activise и сыворотку, потому что скептикам, когда они пробуют Activise, и у них появляется флеш-эффект, там покраснение проблемных участков, прибывают силы, энергия. Покраснение на 15-20 минут, это ненадолго, это правильный результат. Это визитная карточка компании, два этих продукта. Да, визитная карточка и сыворотка визитная карточка, потому что если человек не верит в коктейли, но ему нанесли сыворотку и сделали фото до и после морщинок, после сыворотки через 3 минуты, человек говорит, это что, и коктейли так работают внутри? Окей, расскажите подробнее. И здесь, конечно, 7 видов дохода. Мы можем сейчас кратенько рассказать, но это... Я думаю, знаете, как я сделаю? Да, как ты сделаешь? Я хочу сказать, что средний ваш доход от сотрудничества с компанией PM будет от 5% до 10% от реального товарооборота ваших клиентов и ваших партнеров. Плюс... Есть дополнительные 5 бонусов, которые мотивируют вас развиваться еще быстрее. Это автомобильный бонус, это программа пенсионного накопления, это 3 вида путешествия, это поездка, обучающая поездка в Германию и много-много-много всяких вкусняшек. Есть даже бонусы «Быстрый старт» за быстрый рост, за быстрое развитие. Суммарно почти 10 тысяч евро премии за быстрое достижение рангов на старте в компании. Все это есть. Будет желание, будет и остальное, будет причина разобраться. Нет желания, что бы я сейчас не рассказывал, оно вам не зайдет. Поэтому обратитесь к людям. Знаете, хотел бы даже в заключение сказать, почему еще не все в сетевом маркетинге? Потому что не все люди... готовы разобраться в этом. Я, будучи скептиком вообще к любым сетевым компаниям, не хотел ни разбираться, ни во что не верил. И лишь кризис, а кризис в переводе с китайского – это новая возможность, в 2009 году дала мне возможность открыть глаза на происходящее в мире и также на сетевой маркетинг как индустрию не просто здоровья, а бизнес-возможность, которая может сделать тебя успешным и перевести в ту категорию большой бизнес или инвестиции, где будет и пассивный доход, и стабильность, и жить в кайф. А я вам скажу, что когда я только закончила свое первое медицинское образование, получила, у меня была мечта сделать свой центр здоровья. И я ездила и смотрела, а вот здесь бы, а может быть здесь, и не знала, как это организовать. И когда я пришла в сетевой с биодобавочками, то сейчас в каждом доме уже есть центр здоровья, в котором люди обретают природным путем, естественным природным путем свое здоровье. То есть сбылась одна из моих самых заветных мечт. И, конечно, приятно, что все это сопровождается финансовым благополучием. То есть в данном случае этот продукт делает так, что и люди здоровы, и люди богаты. То есть вин-вин. И мы были на Бали, у нас есть очень много сейчас лидеров с автомобилями уже в нашей команде. И это еще не все, я так понимаю. Конечно, это не все лидеры, но сотни уже людей получают в нашей команде автовыплаты ежемесячно, накапливая себе на свою покупку. И это очень круто, когда можно уже вот ездить на таком качественном автомобиле. А давайте вот сейчас поиграем. Кто хотел бы, например, от компании получить BMW X5, X7? X7 хочу. Все будет исполнено. Я сегодня джин или это золотая рыбка. Может быть, вы хотели бы маленькую, такую, знаете, красивую, яркую Volkswagen. Вот у нас у многих тоже есть. У нас у дочери тоже уже машина от компании, у нас с Виктором, у наших лидеров. И когда мы были в Германии, там в день могут выдавать вообще даже до 50 автомобилей в офисе в Германии. То есть мы тут только начали, и уже столько есть красивых автомобилей с логотипами PM. И компания платит ежемесячно человеку за то, что он лидер, за то, что у него есть брендовая автомашина.
Приятно, правда же? Да. Можете написать, какую вы хотите там себе в этом так, в комментариях. Так, и седьмую, так, это моя мечта, ну ладно, кстати, поделимся. Кстати, Porsche тоже можно, да. Можно BMW, На наших Volkswagen. Рынках бывшего Советского Союза автопрограмма работает с тремя марками автомобилей, все это немецкие бренды, это Volkswagen, это Porsche и это BMW. Единственное, что автомобиль должен быть только черного цвета, компания клеит наклеечки, и также автомобиль должен быть не старше 8 лет. Да, и если взять, конечно, вот финальный уже такой слайдик, еще один будет. Мы кайфуем от того, что мы действительно можем видеть мир, общаться с другими лидерами, обмениваться опытом. И мы имели этот опыт на Бали в марте месяце. Из-за карантина и локдауна не смогла состояться именно огромная вот эта вылазка наша в Хорватию в сентябре. Вы знаете, что сделала компания? Она 2500 людей им компенсировала поездку, выдала 1 или 1500 евро. Представляете, миллионы евро компенсировала, хотя могла ссылаться там на форс-мажор, на какие-то обстоятельства. Мы имеем дело с честной компанией, начиная от сырья, заканчивая выплатами и сотрудничеством. И, конечно, вы видите кайф в наших глазах, удовольствие от жизни. Вы видите нас ярких и красивых. Но я вам скажу, что сейчас вот только-только начинается уже подарок, не только автобонусы, да, вот, а вот тур в Индонезию от компании PM International. И каждый желающий может решить этот вопрос, потому что рынок пуст. В этом продукте сейчас нуждается каждый дом. Ну и вот мы смогли отдохнуть недавно в Доминикане, тоже за счет компании. Да. И отдыхали вместе с нами уже наши дети и наши друзья. И наши лидеры. То есть это, да, по сути, это обошлась стоимость компенсации компании. Да. Поэтому, друзья, я очень рада, что вы смогли послушать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам нужно в этом проекте. Путешествия, друзья, деньги, здоровье, свобода. Признание. Признание, да, может быть. Это важно. А есть еще знания здесь. Какие здесь знания дают по здоровью, по бизнесу? Здесь же деловодство и тайм-менеджмент. Здесь все это учит. И мы учим в том числе, передаем уже свои знания, и компания нам передает тоже свои знания. И, кстати, кто хочет получить информацию от компании, у нас еще сегодня вечером 2 30-минутных презентации. Одна уже началась. Кстати, да. Вторая будет через 52 минутки. Через 52 минуты обязательно, да, обратитесь к людям. Ну, во-первых, чтобы, если вам интересно, чтобы они вас добавили в наш чат отзывов, где около 5500 клиентов и партнеров делятся своими отзывами по здоровью, по продукции компании PM, продукта Fitline. И также пусть они вам дадут ссылочку на Zoom-презентацию, где будет ровно через 50 минут проходить 30-минутная такая вот презентация, эфир, будут проводить его лидеры наши. Будут говорить и о компании, и о продукте, и о возможностях. Более кратко, лаконично, обязательно надо послушать. А в субботу будет огромная бизнес-академия, и вы просто получите море удовольствия от того, что вы увидите, как работает администрация, как работают лидеры, отзывы людей. Вы услышите научный совет докторов об этом продукте. Поэтому это не будет долго, это будет где-то 4-5 часов максимум. Но я вам хочу сказать, что раньше ради этого люди ездили в там, сотни километров или тысячи километров преодолевали ради таких бизнес-академий или летали на другие континенты. Ну, для тех, кто хочет разобраться, однозначно это время пройдет с пользой. И быстро. Люди готовы смотреть сериалы или фильмы по 2, по 3, по 4 часа. Посмотрел и забыл, да, впечатления остались, но вы, услышав, увидев эту бизнес-академию, я вам гарантирую, ваш побочный эффект – это то, что вас это заинтересует 100%. Да, и когда вы разберетесь, у вас уже не будет страха, потому что все страхи появляются только от незнания. И человек не устает от работы, человек устает от нереализованности, от злости, обиды, претензий, от каких-то, знаете, таких неоправданных ожиданий. А здесь
при помощи поддержки компании и самих партнеров у вас все получится. И да. Хотел, да, в заключение еще раз напомнить, если вам понравился эфир, я уверен, что понравился 190 людям точно, иначе до конца не были бы. Поделитесь на своих страничках, вот все 191 человек, поделитесь на своих страничках в Facebook этим эфиром, и тогда ваши друзья, уверен, услышат и увидят для себя также много возможностей быть здоровым, профилактироваться и, конечно же, кто-то для себя увидит возможности финансовой свободы. Даже в этом у нас сегодня была командная работа, потому что эти слайды нам помогли подготовить Мария и Николай Луговских, наши замечательные друзья и лидеры из России. Ну что ж, я думаю, что те, кто хотели для себя услышать, услышали, а те, кто хотели помочь другим услышать, тоже было, что вам переслать, было, что куда пригласить. Теперь осталось дело за малым. Сколько бы мы с вами ни говорили о здоровье, пока не начнете принимать продукт, вы не поймете, что это за чудо такое. Сколько бы мы ни говорили о бизнесе, пока не начнете его делать, вы не поймете, насколько это круто просто развиваться, расти, достигать и помогать другим это делать. Ну, в заключение все-таки хочу пожелать вам желания, сильного жгучего желания вырасти, развиваться, быть здоровым, заниматься профилактикой, путешествовать и всего-всего, что вы себе напланировали. И пусть в помощи вам будет компания PM и сотрудничество с этим замечательным проектом. Это замечательный инструмент для счастья. Спасибо всем. Виктор, пока. Благодарю. Марина, благодарю. Мне самой понравилось. Все, до свидания, до встречи. Пока.